Мы вернулись, чтобы рассказать вам об отличной прогулочной коляске Ajax Mini, которую для обзора тест-драйва нам предоставил магазин Boan Baby. Задумываясь о покупке коляски, мамы часто сталкиваются с тем, что приходится выбирать между компактностью и проходимостью, между коляской для отдыха и путешествий и коляской, которая способна справиться с зимними препятствиями. С Ajax Mini выбирать не нужно. Эта коляска подойдет как для путешествий, так и для всесезонного использования. В этом обзоре мы подробно расскажем о всех преимуществах этой коляски, а также рассмотрим небольшие недостатки. Итак, начинаем! Ajax Mini – стильная и современная коляска. Представлена она в трех расцветках. Наша коляска серая, пожалуй, самый универсальный выбор. Текстиль коляски приятный на ощупь, качественный и красивый. А необычные изгибы рамы приковывают взгляд. У Ajax Mini большой трехсекционный капор с дополнительной секцией, который спрячет вашего малыша от непогоды. Ткань обработана водоотталкивающей пропиткой, а также имеет ультрафиолетовый фильтр. На капоре расположено удобное окошко для подглядывания за малышом. Без такого окошка мамам точно не обойтись. В Ajax Mini оно очень продумано. Правильное расположение, благодаря которому малыша хорошо видно. Сеточка, которая может выполнять функцию вентиляционного окошка. И застежка на бесшумных магнитах. В спинке коляски спрятано вентиляционное окошко. Его крепление очень продумано. Можно открыть его наполовину, используя скрытые магниты, или целиком, застегнув на пуговичку. Какой приятный ручеек! Также на спинке расположен кармашек для мелочей. И этот кармашек создан именно для мелочей. Уж очень он маленький. Порой хочется уместить туда и телефон, и наушники, и ключи. Да много всего. Но оно туда не влезает. А при складывании спинки еще и норовит выскочить наружу. Регулировка спинки производится рычагом. Зафиксировать ее можно в трех положениях. Нужно отметить, что в Ajax Mini спинка в положении сидя имеет небольшой наклон. В отличие от многих колясок, ребенок не сползает вниз по сиденью. Ему удобно. Среднее положение, мне кажется, пользуется наименьшей популярностью, но оно есть. Горизонтальное положение спинки имеет угол 175 градусов. Ребенок лежит в коляске ровно и комфортно. Это положение позволяет использовать коляску с рождения. Для дополнительного комфорта в Ajax Mini есть подножка. О ней у нас остались неоднозначные впечатления. Подножка обита эко-кожей, что сильно облегчает уход за ней. Но под весом ног малыша зафиксировать ее довольно сложно. Возможно, стоит делать это без ребенка в коляске. Мне очень понравилось спать в этой коляске. Для безопасности малыша в Ajax Mini предусмотрено все. Пятиточечные ремни безопасности
продуманы до мелочей. Верхние два ремня надежно фиксируются друг к другу и не распадаются в процессе застегивания. А дальше вообще чудеса! Магнитом надежно фиксируются между собой четыре верхних ремня, и следом примагничивается нижний. Для регулировки ремней под рост ребенка можно использовать отверстия в спинке коляски. Также в Ajax Mini есть разделитель для ножек, который можно использовать только тогда, когда это необходимо. Бампер выполнен из эко-кожи. За него можно не только держаться малышу во время поездки, но и переносить коляску с ребенком внутри. Откидывается и крепится он с помощью необычного замка, нажатием кнопки. Есть у него небольшой минус. Он не крутится на 360 градусов. Не сказать, что это очень неудобно, просто непривычно. Есть у бампера еще одна важная функция, о которой мы расскажем чуть позже. Поехали! У Ajax Mini очень удобная ручка. Она не слишком толстая, не слишком тонкая, идеальная. Обита приятной эко-кожей. Держаться за нее – сплошное удовольствие. Когда малыш подрос и может сам забраться в Ajax Mini, ему на помощь приходит ступенька. С ее помощью ребенок легко залезет в коляску самостоятельно. Приступим к самому интересному! А самое интересное в этой коляске – ее маневренность и проходимость. Она способна преодолеть любые препятствия и объехать любые преграды. С ней не возникает трудностей в лифте или при входе в подъезд. Каждого, кто успел ее покатать, покорила маневренность, плавность и легкость хода. Это все обеспечивает амортизация на всех четырех колесах. Вот только посмотрите на это! Педаль тормоза выполнена в форме качельки, что очень удобно и не пачкает обувь. Если вы собираетесь путешествовать с малышом, Ajax Mini станет отличным спутником. Она полностью готова к любым приключениям. Процесс складывания коляски выглядит как что-то магическое. Нажимаешь на кнопочку, тянешь рычажок, и коляска складывается сама. И вот та самая фишка бампера. Он превращается в ручку для переноски. Можно даже закинуть коляску на плечо, освободив руки.
А если готовитесь к перелету, поместите коляску в удобную сумку. Так Ajax Mini перенесет полет гораздо лучше. Я сильная и независимая мама. Ajax Mini очень легкая. Ее вес меньше 8 килограмм. Корзина для покупок у Ajax Mini открытого типа. Она достаточно вместительная, а если что-то не влезает, можно расстегнуть заднюю часть. В комплекте с Ajax Mini LX идет накидка на ножки, подстаканник и дождевик. Честно говоря, мы никогда не пользовались накидкой на ножки ни в одной коляске. А здесь решили поэкспериментировать. Я не удивлена. Рост Лизы около 90 сантиметров. И накидка ей уже маловато. Но в целом это отличная альтернатива спальному мешку. Подстаканник – мечта любителей кофе. Да и просто воду поставить туда удобно. А еще я иногда использовала его как подставку для телефона. Но вот крепление подстаканника не очень надежное. Есть риск пролить горячий напиток, случайно задев его. Без дождевика порой не обойтись. Хоть текстиль Ajax Mini имеет водоотталкивающую пропитку, от сильного дождя это не спасет. Тогда на помощь приходит дождевик. Он легко надевается на коляску и крепится с помощью липучек. Это не мой домик! Вот такая она, Ajax Mini. Проходимая и маневренная, легкая и компактная, стильная и современная. Смело выбирайте Ajax Mini, если хотите получить коляску на все случаи жизни. Она точно не подведет. Она вообще классная! Благодарим компанию Bon Baby за знакомство с Ajax Mini. С вами были Никита, Ксюша